Привет, друзья. Ну вот я только, видите, уже меня опять вспомнили. Старика, как говорится, вспомнили научное сообщество. Теперь опять меня будут из забвения вытаскивать на международные такие всякие сообщества. Ну, в общем, короче говоря, оказывается, ничто не забыто, никто не забыт, и это прекрасно. Я как раз рассказал, что теория эволюции, что мозг устроен у нас тоже по закону сохранения энергии, как теория эволюции, это я определил, да. Это идет по закону сохранения энергии. И у нас метод саморегуляции ключ, принцип подбора путем перебора, как обычная школа обучения, повторяя, пока не получится, пошаговая, а у нас подбор путем перебора для индивидуального подбора синхронизирующих полетов уже по закону сохранения энергии в русле эволюции, да, как происходил человек в эволюции, также происходит развитие личности человека, именно по этим же принципам, потому что когда мы говорим принцип подбора путем перебора, по существу мы подбираем индивидуальные, наиболее простые действия, снимающие сразу напряжение и переводящие состояние человека из состояния выживания, то есть из стресса, в состояние творчества. Это же вот как поразительно, потому что закон сохранения энергии здесь, об этом никто никогда в мире не говорил. Что законы эволюции, закономерности и законы развития личности по закону сохранения энергии. Еще раз повторюсь, принцип подбора путем перебора, это значит, ты подбираешь наиболее экономное для себя действие, которое ты делаешь с минимальными расходами энергии. Вот оно. Обычный принцип повторения мать учения, там ты тоже повторяешь какое-то действие, пока не выработаешь навык. То есть в нейросетях определенные сети, там определенные связи, навык это когда? Это такое явление, когда ты выполняешь действия тоже с минимальными затратами энергии. Вот же как оно все интересно, да? Ну вот, видимо, поэтому меня вспомнило научное сообщество. Видимо, я сделал большой вклад. Ну, я так думаю. Но вообще меня, конечно, помнят и уважают. Я уверен, что и вы меня помните и уважаете. Да, ну, будет очень интересно, потому что голос наш, поскольку я ученый, как раз-таки российский, а теперь будет и в мире там звучать, как и раньше меня знали, мое имя было известно в мире, это так теперь уже опять вспомнилось, и теперь будет мой голос звучать на международной арене. Вот так, друзья. Я себя с этим поздравляю и вас тоже, поскольку мы все едины, а вместе мы сила. До встречи, друзья.